сотрудничества в Центре народного творчества «Дружба». В рамках клуба «Дружба народов» мы проводим цикл мероприятий, посвященных национальным культурам, проживающим на территории Энгельсского муниципального района. Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы познакомить с мордовской культурой. Многие присутствующие здесь, наверное, являются представителями данной культуры. Поднимите, пожалуйста, руки. Есть такие? Может быть, ваши знакомые есть? Очень приятно. Но сегодня мы вас пригласили не для того, чтобы познакомить именно с культурой и бытом данной мордовской культуры, потому что в Центре народного творчества «Дружба» уже мы проводили цикл таких мероприятий. Сегодня, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, мы расскажем частично об очень значимом историческом событии мордовской культуры, так как наше мероприятие посвящено столетию со дня рождения летчика-истребителя, героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Михаила Петровича Девитаева. Ну и кто же лучше расскажет о нем, как не представители самой мордовской культуры? И я с удовольствием приглашаю на сцену представителей Саратовской общественной организации «Мордовский национальный культурный центр Шумбрат». В переводе «Здравствуйте! Приветствуем!» Шумбрат Эльгама Ялгат! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые товарищи военнослужащие! Ветераны, офицеры, летчики, а также друзья. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Сегодня вечер наш посвященный памятной дате столетию дня рождения гвардии старшего лейтенанта, летчика-истребителя, героя Советского Союза Михаила Петровича Девитаева. 8 июля 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, легендарного летчика Михаила Петровича Девитаева, уроженца поселка Торбеево Республики Мордовия. С первого дня войны Михаил Петрович участвовал в воздушных боях с фашистскими захватчиками. К сентябрю 1941 года он совершил 180 боевых вылетов. В 35 воздушных боях сбил лично 9 самолетов врага. В июле 1944 года в гвардии старший лейтенант Михаил Петрович Девитаев в неравном бою в районе Львова был сбит и тяжело раненым попал в плен. Пройдя ад концлагерей, Девитаев был приговорен к смерти. Но даже это не сломило его железную волю и характер, ведь он смог спастись, угнав немецкий самолет. Память о подвиге Михаила Петровича Девитаева широко чтят по всей стране. Он является почетным гражданином Республики Мордовия, а также города Казани. В честь него открыт музей и установлена памятная стелла. В его честь названы улицы города Саранска и в районах Республики Мордовии. Была издана книга «Побег из ада», сняты документальные и телевизионные фильмы. Сегодня мы с вами посмотрим один из этих фильмов. «Догнать и уничтожить». Внимание на экран.